Сегодня около 11 часов утра женщина с двумя маленькими детьми попала под колеса автомобиля. Это случилось на пешеходном переходе напротив почты по улице Мира. На место аварии сразу прибыла карета скорой помощи. Малышей на месте осмотрели медики. Серьезно никто не пострадал. Ни лечение, ни госпитализация ни детям, ни их маме не потребовались. По словам свидетелей, женщина, сбившая маму с детьми, пыталась затормозить. Но на скользкой дороге машину занесло.